Начнем с того, что Жандарбек Бекшин призвал усилить дезинфекционный режим на предприятиях страны, чтобы в обязательном порядке на предприятиях были условия для мытья рук, имеется в виду обычное мыло. Особенно в супермаркетах. Но как же обезопасить страну в целом? Как сообщил главный санитарный врач, Казахстан приостановит авиасообщение с некоторыми странами. Сейчас будет ограничение по количеству вылетов, в том числе и корейскую, Южную Корею. Сейчас мы до 1 марта даем возможность нашим гражданам вернуться. Ежедневно Южную Корею, еженедельно Южную Корею вылетает 9 бортов, 7 из города Алматы и 2 из города Нур-Султан. Их задача сейчас максимально вернуть наших граждан, которые там находятся. Вот. Далее также по Ирану здесь ситуация намного легче, потому что порядка всего 170 наших граждан там находятся. Но как быть с нашими гражданами, которые уже находятся в тех странах, с которыми Казахстан приостановит авиасообщение? По словам Бекшина, прибывшие из Японии, Италии, Ирана и Южной Кореи будут помещены в карантин. Это же не больные люди. Вот. Естественно, к ним пока отношение как к здоровым людям. То есть они должны самоизолироваться. Самоизолироваться по прибытии. Это право мы даем. Под карантин. Бекшин сообщил, что прирост заболеваемости коронавирусом в мире составил 16% за последние сутки. Число погибших в Китае достигло 2715 человек. Медики все увереннее говорят, что распространение коронавируса достигло масштабов пандемии. Эпидемия – это когда вспышка заболевания активно и бесконтрольно распространяется в одной стране, а пандемия – это когда болезнь шагает по разным странам и континентам, что сейчас и происходит. Бауыржан Шаяхмет, Ахмедияр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.